В Мирном зафиксировали первый случай укуса клеща в этом сезоне. В мессенджере WhatsApp фотографией поделилась жительница Мирного. По ее словам, после прогулки в городском парке она обнаружила на ребенке присосавшегося клеща. Случай подтвердили в Мирнинской больнице. Ребенку оказали медпомощь, он находится под наблюдением. В алмазной столице количество пациентов, обратившихся с укусом клеща, с каждым годом растет. В 2022 году 4, в прошлом 5. В одном случае клещ был носителем энцефалита. Эта инфекция поражает нервную систему, провоцируют параличи и менингит. В случае обнаружения на теле клеща врачи рекомендуют обратиться в приемный покой МЦРБ. Самостоятельно удалить клеща вы можете, повредить самого насекомого. Вы можете оставить хоботок от этого насекомого, головку, или можете оторвать часть тела насекомого. При этом вы можете инфицировать себя таким способом, потому что именно вот заразные вещества, которые имеются у этого насекомого, они содержатся в слюнных железах, именно в хоботке. В Мирнинской больнице для профилактики клещевого энцефалита бесплатно делают прививки в зимне-весенние периоды. Процедура включает в себя введение 3 доз вакцины. Ее можно получить в прививочном кабинете детской и взрослой поликлиник. Чтобы избежать встречи с клещом, специалисты рекомендуют не гулять по высокой траве и вблизи кустарников в лесу и парке. В мэрии Мирного говорят, в начале следующей недели городской парк обработают от клещей и комаров.